Добрый вечер, друзья. Вот пришел мой муж с работы, как раз я закончила видео снимать. И я говорю, давай дегустируй томаты. И вот сейчас он будет кушать, а мы будем слушать его мнение по этим томатам. Итак, колокола России. Вот он присаливает их. То есть у каждого человека свой вкус, свои вкусовые качества. Распробовал. Не распробовал, говорит. Еще один. Может, хлебушек возьмешь? Не хочешь? Что? Вкусно. Так, колокола России для моего мужа вкусные. Это томатик Любаша. Ну, можешь один кус, одну половинку съесть. Так, дегустация проходит полным ходом. Колокола вкуснее. Колокола России вкуснее, муж говорит мой. Хотя эти тоже ничего, но что-то не хватает. Ну, кислые, сладкие. Ничего, как так. Колокола вкуснее. А это что? Это дынюшка. Ну, денежку уж больно сладкий. Как дыня. Вот видите, какое мнение. Дынюшка сладкий, уж больно, как дыня. Колокола сладкий и с кислинкой. А в этой кислинке не хватает. А это вообще сладкий. Сладкий, да? Ну, любителя. Ну, уж прям сладкий. Как дыня. Ну, еще с дынюшку съешь и еще скажи свое мнение. То есть, как бы дынюшка это самый наш вроде как экспериментальный помидор. Но для людей с пищеварением, у кого больными, он очень хорошо, наверное, да? То есть кислинки нет. Кислоты вообще не То есть сладкий, этот просто томатик мы сладкий. советуем на первое место ставим для людей, которым нельзя есть кислые томаты. Ну вот такой вот еще раз случайное, необычное видео я сегодня сняла. Это денежка. Да, он желтый. Ну, не желтый, он такой вот красивого цвета. Ну, всего доброго вам. До скорых встреч. Выращивайте томатики, колокола России, денежка. Всем удачи.